Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатьядеша Тарине. Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатьядеша Тарине. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Jaya Nitai, Jaya Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura Hari, Nitai, Jaya Gaura Hari, Jaya Lakshmi Nrisimha, Jaya Lakshmi Nrisimha, Лакшми Нрисимха, Джая Лакшми Нрисимха, Джая Лакшми Нрисимха, Лакшми Нрисимха, Лакшми Нрисимха, Джая Лакшми Нрисимха, Джая Прабхупада, 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 Шрила Прабхупада, Джая Прабхупада, 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 Шрила Прабхупада. Харе Кришна. Так, доброе утро, дорогие преданные. Харе Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритья нарам чива наротамам девим сарасватим вьясам тато джая мудирает. Нашта праеша бхадришу нитья бхагавата севая бхагавати юттама шлоке бхактир бхавати наштики. Харе Кришна. Итак, доброе утро, дорогие преданные. Мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам.
песен 3 главу 12, сотворение кумаров и других. Сегодня мы прочитаем 12, 13 и 14 тексты. Пожалуйста, повторяйте вместе со мной. Три раза повторим стих. Маньюр манур махинаса махан чивари таджваджах уграре табхавах кало вамадева дрита вратаха Маньюр манур махинаса махан чивари таджваджах уграрета бхавах кало вамадева дрита вратаха Маньюр манур махинаса махан чивари таджваджах уграрета бхавах кало вамадева дрита вратаха. Итак, сразу перейдем к переводу, поскольку все это имена Господа Рудры, которые сейчас будут также перечисляться в переводе. Итак, Господь Брама продолжал. «Мой мальчик, у тебя будет также 11 других имен. Манью, Ману, Махинаса, Махан, Шива, Ритадваджа, Уграрета, Бхава, Кала, Вамадева и Дритаврата». Текст 13. Дирдритира соломача, нию царпир иламбика, иравати свадхадикша, рудраньо рудратестрия. Кроме того, у рудра у тебя будет 11 жен, 11 рудрани. Дхи, Дрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, Иравати, Сватха и Дикша. Текст 14. Гриханай тани намани, стханани ча сайошаймаха, эбхих сриджа праджа бахвих, праджанам асият патих. Мальчик мой, прежде же, мальчик мой, прими же все эти имена, возьми своих жен и отправляйся в отведенные тебе места пребывания. Поскольку теперь ты один из повелителей живых существ, тебе надлежит значительно увеличить население Вселенной. Комментарий. Являясь отцом Рудры, Брахма выбрал для своего сына жен, отвел ему места пребывания и дал ему имена. Сын должен принять жену, выбранную для него отцом, так же, как он принимает данное отцом имя и собственность, которую отец предоставляет в его распоряжении. Таким образом, увеличивается население Вселенной. С другой стороны, кумары отказались принять предложение отца, поскольку не хотели опускаться до такого занятия, как зачатие детей. Как сын во имя высшей цели может отказаться выполнить повеление отца, так и отец ради достижения высшей цели вправе отказаться содержать своих сыновей, занятых произведением потомства. Ом агьяна тимирам хасья гьянанджана шалакая чакшурунминитам ена тасмай шри гурави намаха шри чайтанья мано бхиштам стапитам ена бутале сваям рупа кадам агьям дадати свападантикам вандехам шри гуру шри юта падакамалам шри гурун вайшнавам ща шри рупам сараджатам Сахагана радхунатан витам там садживам, садвайтам савадхутам паричана сахитам, Кришна чайтанья девам, Шри Радха Кришна падам, Сахагана лалита шри вишакам витам ща, Хе Кришна каруна синху, динабанху джагат пате, Гопиша гопика канта радха канта намостуте, Тапта канчана гауранги, радхи вриндаванешвари, вришабхану сути деви пранамами хари прие. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Так, Hare Krishna, дорогие преданные. Итак, здесь мы продолжаем читать о сотворении Рудры и о том, как Господь Брама, который произвел на свет Рудру, дает ему имена, а также определяет его будущих жен и называет их имена. Вот. И это идеальный, да, способ создания семьи, когда отец, будучи достаточно глубоко проницательным и желающим блага для своего сына, а также для, ну, для общества, он устраивает союз своего сына с определенной девушкой, которая... Ну, будут наилучшим образом подходить друг к другу. Вот. Это гораздо лучше, поскольку он думает именно разносторонне о благе своих, своего сына или своей дочери. Конечно же, он учитывает также и симпатии, которые у них могут быть, но он учитывает, да, гораздо больше, чем только симпатия. Если союз создается только на основе симпатии, то зачастую такая внешняя просто привязанность приводит потом к серьезным сложностям. То есть, когда проходит какое-то время, и этот блеск привязанности ослабевает, то тогда возникает сложность в отношении, если есть сильная несовместимость или разнонаправленность в жизни. Вот. И другой важный момент, который Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, собственно, о котором мы, наверное, больше поговорим сегодня, это о том, что Шрила Прабхупада приводит пример, что Рудра, так же, как и дальше будет описываться Свайбхува Ману, который появится ну, тоже чуть позже, его явление будет описано в конце этой главы, они будут очень прилежными, да, то есть прилежно готовы следовать указаниям своего отца, что, собственно, важно, то есть в целом это должно быть так. Но иногда ради более высшей цели сын может отказаться следовать наставлениям своего отца и, в общем, ради преданного служения. И здесь приводится пример четырех кумар, которым Господь Брама тоже поручил расширять население Вселенной, то есть создавать потомство, но четверо кумар, понимая, что, ну, в общем, ради более высшей цели, то есть они хотели посвятить себя преданному служению, распространению духовного знания, это была их миссия, ради которой они, собственно, пришли, вот они не хотели себя связывать с такой деятельностью, как произведение потомства. Вот. И отказались, да, следовать наставлениям Брамы. Брама разгневался, и у него появился Рудра, но тем не менее он не стал изливать свой гнев и проклинать своих сыновей, понимая, что они все-таки отреклись ради более высшей цели. Он где-то в глубине понимал, что, ну, да, они все-таки, да, они правы. И позже, то есть мы видим также, что Брама, он не навсегда разозлился на сыновей, он давал им наставления, и они часто присутствовали при собрании Господа Брамы. Вот. Но он вот в первый момент, ну, у него вырвался гнев, но это, как мы видим, уважительная причина, почему сын может не последовать наставлениям или желаниям своего отца. И также Шрила Прабхупада приводит другой момент, что отец, точно так же, как сын, может ради высшей цели отказаться следовать наставлениям отца, также и отец может отказаться ради высшей цели поддерживать своих сыновей, занятых материальной жизнью. Но, очевидно, сам Шрила Прабхупада в какой-то момент сделал это. То есть он увидел... То есть была ситуация, когда он пытался вовлечь семью в преданное служение. Они до какой-то степени вовлекались, но в основном это было просто как традиционно. Да? Ну, они поклонялись Господу, но они не были миссионерами по природе.
Более того, жена была достаточно материалистичной, и она в какой-то момент обменяла перевод Бхагавадгиты, который Шрила Прабхупада сделал, комментарий, вернее, к Бхагавадгите, обменяла на пачку чая. Вот, и Шрила Прабхупада, в конце концов, спросил ее, что для тебя важнее, я или чай вообще? И она посмотрела на нее и сказала, ну, чай для меня важнее. Вот, и Шрила Прабхупада понял, ну, это знак, пора мне уходить. И он ушел, да, оставил семью. Вот, конечно, его дети уже были взрослые, сын уже был достаточно взрослым. Вот, Шрила Прабхупада здесь, похоже, упоминает это. Также есть пример в Шримад Бхагаватам, например, Махараджа Анга, у него родился сын Вену. Вот, и с самого детства этот сын начал проявлять ужасные качества. То есть он буквально там даже, играя с детьми, причинял им страшные страдания. То есть очень был такой как агрессивный. И, ну, в общем, демонические качества были в нем. И Анга долго пытался его исправить. В конце концов он отчаялся и просто оставил трон и ушел в лес. Оставил все и ушел. Посвятил себе высшей цели жизни. Полностью разочаровался. И подумал, ну, это провидение. Я ничего не могу сделать, чтобы исправить ситуацию. Поэтому я просто должен предаться Господу. Господь как-то позаботится об этой ситуации. Ну, вот. Ну, и мы знаем, да, потом произошло. Сначала Сарвену был возведен на трон, но потом его низвергли браманы. И позже появился царь Притху, который стал идеальным правителем. Есть еще один интересный пример. Он приводится в 9-й песне Шримад Бхагаватам. Это история про царя Яяти. То есть царь Яяти, он женился на Деваяне, дочери этого самого, как его зовут? Шукрачари. Шукрачари, да, дочери, в общем, брамана. Вот, и этот браман поставил условие, что он не должен иметь больше никаких жен, только свою, только Деваяне, должен быть верен ей. Вот, и тот согласился. Но вместе с ней он взял также Шармиштху. Вот, это была вначале подруга Деваяни, но потом они поссорились, из-за этого, собственно, все произошла вся заварушка. То есть Шармиштха, она была кшатрийкой, она была дочерью царя местного. Вот, и поэтому она, как кшатрийка, просто схватила Деваяни, бросила ее в колодец и ушла. И та была в колодце лесном, то есть взывала в отчаянии. Туда случайно приехал царь. Яяти проезжал мимо, и он услышал, что в этом колодце, он захотел напиться воды, подошел к колодцу и увидел там обнаженную девушку. Это была Деваяни, то есть он вытащил ее, ну и, соответственно, их союз был предрешен таким образом. Вот, поэтому он привез ее к отцу. Вот, и сказал так и так, вот так все случилось, провидение, поэтому я готов жениться на Деваяне. И тогда отец поставил это условие, что он не должен больше ни на ком жениться. Вот. А Шармиштха, которая так все, ну, поступила, ее отдали в служанки Деваяне. Но Шармиштха тоже, когда у Деваяне родился ребенок, Шармиштха тоже захотела детей. И Яяти тайно. Она обратилась к Яяти, и Яяти тайно тоже зачал в ее лоне детей. И когда Деваяни узнала об этом, она страшно разгневалась, пожаловалась отцу, прибежала к отцу, пожаловалась. И когда Яяти прибыл за ней вслед, отец проклял его на то, что он лишится своей молодости и станет немощным стариком. Вот. На что Яяти, и сама Деваяни даже, она сказала, отец, что же ты наделал? Мы не удовлетворили еще свои желания, как же теперь мы будем жить? И этот спохватился, сказал, ну ладно, я даю благословение, если кто-то из твоих сыновей, а у него было 5 или 6 сыновей, сейчас не помню, в общем уже,
несколько чармишки, несколько, пятеро, да? Да, несколько, по-моему, двое или трое. Трое от Диваяни и двое от чармишки. Если кто-то из них согласится отдать тебе свою молодость, то, то тогда ты сможешь, да, вернуть так себе молодость. Вот, и он обратился сначала к старшему сыну Яду. И очень интересно, Яду отказался давать ему молодость, но его не называют тем, кто является адхарма, ну, в общем, сыном, который совершил адхарму по отношению к своему отцу, не последовал его повелению. Потому что Яду думал, если я откажусь от своей молодости, а у меня еще сильные страстные желания, а это является препятствием на моем духовном пути, на моем пути полного предания Кришне. Это то, чего, ради чего я живу вообще. Я хочу предаться Господу, прийти к этому. Но мне нужно пройти определенный путь очищения. То есть мне нужно, ну, регулируемым образом удовлетворить эти желания и избавиться таким образом, как бы осознать бессмысленность этого всего. Но если я не пройду через это, то тогда я буду думать все время о этих неисполненных желаниях и думать, что, может быть, есть еще что-то, да, как бы лучшее, чем преданное служение. И, соответственно, это станет причиной того, что я не смогу к концу жизни предаться полностью и таким образом вынужден буду родиться вновь. Поэтому он, подумав так, он подумал: нет, отец, я не могу тебе отдать свою молодость, потому что я хочу достичь предания Господу, мне надо пройти вот этот путь. И отец отнесся к этому с уважением. То есть он видел, что это не прихоть ради чувственных удовольствий, а это ради преданного служения, ради высшей цели. Поэтому он не проклял Яду. А остальные сыновья отказали ему, потому что они сами хотели наслаждаться. То есть это было смыслом их жизни, наслаждение. Вот, и он их, так сказать, отчитал и отверг. Да. Тогда как последний сын, он согласился, Пуру, сын Пуру, то есть он согласился исполнить, отдать молодость свою, и царь его благословил, сделал его главным царем, наследником своим, самого младшего сына своего. Вот. Но царь Яду тоже нормально, он остался, он был, так сказать, царем, таким более подчиненным царству. Вот. И в будущем в его роду, собственно, появился Кришна. Это тоже была причина, почему Яду не хотел отдавать свою молодость, он не хотел оттягивать приход Кришны. Вот. То есть он должен был, да, все это пройти определенный путь. Вот. Таким образом, мы видим, что четверо кумар отказались следовать своему отцу и вступать в семейную жизнь ради высшей цели. То есть это был их, как бы, ну, их путь. А другой пример – это когда Яду отказался следовать тоже своему отцу и, наоборот, как бы отказываться от того, чтобы вступить в семейную жизнь. Таким образом, мы можем видеть, что это важно вот именно этот мотив иметь в своей жизни. То есть мы должны понять, что преданное служение и достижение совершенства преданного служения – это, ну, как бы это высшая цель, которую должен достичь человек в течение жизни. И, соответственно, наши какие-то, ну, вот, шаги, то есть касающиеся отречения или же вступления, наоборот, как бы пройти через путь регулируемых привязанностей, это делается ради высшей цели. То есть если человек принимает ложное отречение, как это пытался сделать Махараджа Приаврату, это описывается в начале пятой песни Шримад-Бхагавата, Махараджа Приаврата, ну, он сидел в пещере, медитировал и не хотел принимать ответственность за царство, вот, принимать, так сказать, жениться там и так далее. И пришлось, да, Нарада Муни его даже поддержал, сказал: молодец, давай. Вот, но Брама, он пришел, Брама является отцом для Нарады, Нарада принимает его авторитет тоже, он самый старший. И Брама, да, дал ему указание, он сказал, что нет, ты так, тебе надо принять эту ответственность.
Вот. Если ты будешь правильно, да, всему следовать, то есть это, наоборот, приведет тебя к преданному служению Кришне, в конце концов, ты предашься. И действительно, когда Приаврата женился, то есть выяснилось, что он все-таки, у него были привязанности. И Приаврата, то есть буквально означает, что он был, ну, как бы был предан своей Прии, да, то есть своей жене и привязан к ней, ради нее совершал аскезы. Вот. Но постепенно, то есть следуя правильным, так сказать, регулируемым привязанностям, то есть он постепенно очистил свое сердце и в конце жизни достиг совершенства. Вот. Такой же пример показывает Махараджа Ришабхадева. То есть он проходит через семейную жизнь и, соответственно, развивает полную отрешенность до такой степени, что в конце жизни он вообще вне телесной платформы просто снимает одежды и начинает, да, вначале гулять в таком виде по дворцу. Представьте себе, бывший царь, вот у него там внуки, дети, 100 сыновей там, и так далее. И он вдруг появляется в таком виде полностью вне телесной платформы и уходит потом в лес и достигает. То есть он такой степени отрешенности развил, что вообще не видел тела. Поэтому все эти, так сказать, мирские обозначения, он поднялся над всеми ними. Вот. Собственно, для того, чтобы достичь полного предания, человеку нужно очиститься от материальных желаний. И есть определенный процесс. Конечно же, мы воспеваем святые имена, мы следуем процессу прямых преданных служений, прямых ангх. Вот. Но разным людям нужно пройти также разный путь через разные ашрамы. И преданный должен глубоко в сердце понять свой какой-то уровень и, ну, как бы честно, да, то есть понять, что для меня будет важней. Четверо кумар, они были достаточно отрешенными и, соответственно, непривязанными. Они не хотели тратить свое время на бессмысленную деятельность, поэтому они ради высшей цели, ради преданного служения отказались следовать наставлениям отца, тогда как Яду, он тоже отказался следовать наставлениям отца и тоже ради высшей цели, ради достижения полного предания Господу. Вот. Ради этой цели преданный может пройти через определенный путь принятия, в том числе какой-то ответственности, прохождения через определенный ашрам и так далее. То есть, ну, главная высшая цель – это преданное служение Господу. Вот. Ну, вот это, наверное, то, что мне хотелось сказать. Ложное отречение или как бы постановка себя в какое-то искусственное положение ради какой-то прихоти, то есть, или ради того, чтобы удовлетворить своих там близких, отца, то есть это, ну, таким образом человек как бы перешагивает или пренебрегает своей какой-то высшей целью, высшим предназначением. Вот иногда родители могут хотеть одно или другое. То есть не обязательно, если преданный чувствует, преданный должен глубоко в сердце посмотреть, насколько это благоприятно для его преданного служения, ну и, соответственно, принять соответствующее решение и ответственность за тот путь, который он проходит. Вот. Особенности сейчас, то есть в наше время, то есть мы у многих преданных родителей, ну, скажем, не понимают важности преданного служения, могут не понимать и при этом хотеть от детей что-то, так сказать, ну, что, например, чтобы они занимались просто материальной деятельностью, материальной жизнью и так далее, развивали там, становились там богатыми или какими-то там учеными, или еще кем-то, то есть, ну, были вот, так сказать, успешными в этом мире, и при этом должен посмотреть, насколько это соответствует, ну, моему, насколько это поможет мне достичь высшей цели жизни. Иногда это может совпадать, поэтому это можно будет принять. Вот. Но сделать это тоже соответственно. Например, родители могут хотеть, чтобы там, сын женился, да?
При этом можно сказать, да, я женюсь, я подбираю себе необходимую как бы, пару, позвольте мне выбрать ту девушку, которая мне будет подходить. И родители спокойно скажут, да, да, все благословения, Харе Кришна. И они, конечно, хотят, чтобы он просто жил материальной жизнью, но преданный хочет жить духовной жизнью, да, поэтому он, соответственно, ищет себе в союз такую девушку, которая разделит с ним этот путь, поможет ему, пройти этот путь очищения и развить полностью преданность Господу. Вот, так что вот такой момент как бы здесь есть. И, соответственно, преданному важно медитировать. Если он сам не понимает, как правильно ему поступить, то лучше посоветоваться тогда с более опытными преданными, с духовным учителем, с какими-то наставниками зрелыми, и прийти к пониманию, что же от него хочет на самом деле Кришна, каким путем я должен пройти, чтобы прийти к Кришне. Может быть, это будет путь отречения, а может быть, это будет путь отречения, но через другой путь, через путь принятия ответственности в семейной жизни. Это тоже, на самом деле, путь отречения. То есть мы все идем путем отречения, но одним нужно пройти одним путем, другим – другим. Вот. И принимая ответственность за семью, это тоже требует определенного отречения. То есть я таким образом принимаю ответственность, я должен служить, заботиться теперь, так избавляться от эгоизма, заботиться о жене, о детях, о будущем. Вот, и в конце концов, да, делать это также в духе служения Господу. Это тоже требует определенной отрешенности. Но определенная доля также и чувственных удовольствий, она допускается в этом ашраме, и это помогает преданному в конце концов понять, что не в этом смысл жизни. И так в процессе удовлетворения этих чувств, в процессе преданного служения регулируемого, преданный очищается по милости Кришны, он избавляется от материальных желаний, и тогда он может уже с полным преданием предаться Господу. Вот, наверное, эту тему, да, я хотел затронуть. Да, то, что Шрила Прабхупада здесь отметил. Можно, да, пообсуждать что-то, пожалуйста, если кто-то хочет что-то спросить. Кеса Махарадж, я спрошу так по-быстрому. Во-первых, я хотел сказать как раз про эту ответственность, но вы уже сказали, то есть у меня было два вопроса, что для чего нужна семейная жизнь, вы уже ответили мне, что для повышения ответственности. То есть есть два типа людей, одним не нужна семейная жизнь, они и так чувствуют ответственность, то есть, а другим нужно пройти, да, чтобы повысить. Да, вот это важный момент, спасибо, да, Камала Кара Прабу, что отметил этот момент, я забыл его, да, уточнить, что и в том, и в другом случае это было принятие ответственности больше, а не уход от ответственности. То есть казалось, что кумары, они отказываются от ответственности, на самом деле они понимали, что на них лежит гораздо более важная миссия и ответственность жизни. Они должны распространять трансцендентные знания по всей Вселенной, то есть путешествовать все время, распространять. И для этого ему готована другая судьба. Вот. И они были готовы к этому. Да? То есть это был их уровень ответственности. Если бы они последовали бы наставлениям Господа Брама, они поступили бы неответственно, занявшись произведением потомства. В их случае это был отказ от ответственности. Если бы они отказались, если бы они согласились следовать Господу Браме. В случае Яду, наоборот, то есть он принял, отказался следовать отцу, тоже вроде бы отказался от этой ответственности, но ради более высшей ответственности. Вот это вот важный момент. Спасибо большое, да, что отметил это. И еще, Кеша Махарадж, поскольку сейчас здесь говорится о Рудре, необходимо четко понять причину гнева. И причина гнева, как известно, вожделение. И как отличить вожделение от желаний, чтобы мы четко понимали, вот это вожделение, а это какое-то желание. Вот можно об этом немножко? Да. Желание удовлетворять свои чувства, так в читании Чайтамрити поясняется, что такое вожделение, называется камой, вожделением.
То есть все желания, которые направлены на удовлетворение моих чувств, являются проявлением кармы. А те желания, которые направлены на удовлетворение чувств Кришны, называются премой. Да, то есть это вот в этом разница. Поэтому, соответственно, наша карма проявляется в виде множества желаний, которые мы пытаемся реализовать, чтобы как бы удовлетворить эту карму в сердце. Тогда как, когда карма преображается в прему, то есть желание удовлетворять Господа, тогда у преданного тоже могут быть желания, то есть он не бесчувственное существо. Желание – это признак вообще жизни, что это живое существо, у него всегда есть желание. Но вопрос в том, что, чем движемся, кама или према, то те же самые желания могут быть уже проявлением его премы. Например, человек может желать стать царем, потому что это расширит его, ну, как бы так он говорит, свою каму. Но человек может также желать стать царем, потому что это он может таким образом наилучшим, ну, как бы расширить свое служение Господу. То есть так, это разные как бы вещи. Юдхиштхира стал царем, потому что это было проявлением его премы к Кришне. А Дурьотхана хотел стать царем, потому что это было проявлением его камы. Вот. Внешне выглядит желание одинаково, но как бы мотив разный, да, то есть и вот один движим своей камой, желанием удовлетворять свои чувства, а другой был движим желанием удовлетворять чувства Кришны. Вот, поэтому, соответственно, что делать, если у нас есть вот желание вот действовать определенным образом в этом мире, там, не знаю, то есть иметь семью и так далее, нужно эти желания регулируем образом просто хорошо, еда, я буду приму семью, но я сделаю это, буду делать это для удовлетворения Кришны. Да, то есть преданный как бы перенастраивается. Может быть, спонтанно он все-таки хочет там еще какого-то вот уюта, наслаждения, но он перенастраивает свое сердце и делает это как подношение Господу. Да, и в семье делает это регулируемым образом. Так он в процессе как бы удовлетворения этого желания, он развивает свою прему, то есть избавляется от желания, развивает преданность Господу. Вот так процесс преданного служения, он не отвергает какие-то желания людей, а он вовлекает их в преданное служение. Это же говорит и Кришна в Бхагавад-гите, что разумный человек не будет раздваивать разум человека, говоря, что нужно отбросить это желание, все это майя. Нет, эти желания реальные, человек их желает, они есть в его сердце, и как их вырвать из сердца-то, это невозможно. Но поэтому такой преданный понимает, что не нужно как бы дробить что ли, разум человека, вот, говоря ему о бессмысленности всего этого, то есть, если он не готов, да, то есть он понимает, что это его как бы, пока уровень, а нужно просто вовлечь человека, заняв его желание в служении Господу, и тогда человек вроде бы и желание свое удовлетворяет, но делает это в служении Господу, и в результате он начинает чувствовать вот этот, то есть он пробуждается как душа, и его желание начинает, как бы его вот эта вот кама начинает трансформироваться в прему, то есть в любовь опять. Вот, собственно, как устроен этот процесс, поэтому, конечно, какие-то желания очень греховные нужно отвергнуть. Да, то есть, например, это желание там, совершать какие-то грехи, там, есть мясо, да, то есть пить алкоголь, то есть это уже такое очень деградированное желание. То есть это, если преданный повторяет святые имена, он, естественно, получит силу, чтобы контролировать эти побуждения. То есть это, к нему сила тоже придет. Вот. И тем не менее, какое-то регулируемое удовлетворение чувств тоже будет необходимо человеку, то есть он не может сразу отречься, ему нужно как-то поддерживать свою жизнь, чувствовать себя, ну, в уравновешенном состоянии. Вот. И, соответственно, преданному важно нащупать вот это вот правильную, как бы правильное положение для себя, вот, опираясь на руководство опытного наставника или учителя. Вот, и таким образом, соответственно, да, развиваться в духовной жизни, развивать свою, заниматься прямыми
ангами преданного служения, и также непрямые анги тоже связывать со служением Господу. Спасибо, Кеша Махарадж. Ну, и, конечно, хотел сказать о точной причине возникновения гнева, потому что из простого неудовлетворения обычного желания гнев не возникает. Но я не буду тратить время преданных на углубление этого вопроса. Я хотел сначала в чате, потому что очень давно спросили, давайте сначала, можно ли сначала в чате ответить? Вы руководите процессом, Каманакарапа. Спасибо огромное. Простите, пожалуйста, преданные, которые подняли руку. Варнаша Мацарма спрашивает: Хари Кришна, можно ли определить и как, что уже не привязан ни к чему материальному, и он продолжает, не привязан ни к чему, это не привязан ни к еде, ни к писаниям, ни к садхане, он это спрашивает. Что значит непривязанность? Непривязанность к материальному означает творческая увлеченность служению миссии Господа, то есть преданный увлечен творчески. Для него удовлетворение Господа является смыслом. Вот. И все, что он делает, посвящено этому, даже когда он ест. Это тоже как бы он должен поддерживать свое тело, он ест, но даже это является его, ну, как бы взаимоотношениями с Господом. Вот. То есть это нам, может быть, на нашем уровне трудно понять, но ну, как бы вот теоретически можно понять, что такой преданный просто поглощен служением Господу, поэтому как бы материальные вещи перестают для него быть как бы смыслом. Например, такой преданный может продолжать выполнять какую-то социальную роль, но он делает это не ради того, чтобы деньги получить, или даже не ради того, чтобы как-то вот самоутвердиться, вот выполнять эту роль. А он видит и чувствует, что Кришне нужно, да, это служение. Для него это делает. Для него становится это способом общения с Господом. Вот это для него важнее. И ради этого Калавечи Шридхар, когда Господь спросил его, хочешь быть царем или хочешь получить мистическое совершенство, он отказался от этого. Вот. Но что ты хочешь тогда? Я хочу рождаться вновь и вновь в том же самом положении, но хочу, чтобы вот этот браман, неугомонный браман, Нимай, приходил каждый день и торговался со мной за бананы. То есть торговался, значит, вырывал у него за полцены, а порой вообще за бесценок и убегал. Вот, ну, это для него были отношения с Господом. Вот ради чего он как бы жил, живет. А как бы, а так, мне все хорошо, да, нормально. Я не страдаю, все нормально, мне ничего не надо. Вот это величайший уровень отрешенности. Я перебил, извините. Да-да, ну вот я просто, да. Проиллюстрировал. Еще быстренько с чатом закончим. Вот Олеся спрашивает, ну, поклоны и такое. У гнева есть повод и причина. Причина всех причин Кришна. Значит, и у гнева причина Кришна. Вот такой, ну, казалось бы, часто так говорят. Да. Да, мы видим, что Кришна позволил быть созданным и оболочком невежества. И это все, в конечном счете, Кришна причина того, что все это было создано. Да, то есть он создает этот мир, но почему он это делает? Да? Потому что живые существа, ну, как бы желающие так или иначе действовать отдельно от Кришны, удовлетворить вот это свое желание, Господь как бы пытается их удержать, но если они настаивают, то он позволяет им пройти через этот опыт. И также в том числе вот эта энергия разрушения, это как, или гнев, да, то есть или вот эта энергия разрушения, которая тоже проявляется в жизни человека, это тоже определенный опыт, то есть разрушив свою жизнь, поддавшись гневу, человек потом несет последствия, да, то есть это тоже часть разочарования в этом материальном мире. Вот, и человеку нужно, да, как бы подняться над этим всем, то есть задуматься, почему так все происходит. То есть все это как бы это сделано для того, чтобы, с одной стороны, удовлетворить желание людей, с другой стороны, да, дать им возможность получить вот этот опыт. Вот. В этом есть причина определенная. То есть это на самом деле проявление любви к Кришне.
и его, как бы, ну вот, его удивительное. То есть он поддерживает даже тех, кто решает пойти как бы вот этим путем, да, то есть пойти путем отвержения его самого. У Кришна не отвергает никого. То есть он создает условия, чтобы человек, да, мог пройти здесь и разочароваться. И разрушение, создание, поддержание разрушения — это часть как бы жизни, временной жизни. Это иллюзорная жизнь, поэтому она когда-то начинается, когда-то заканчивается. И конец — это всегда разрушение. Поэтому это часть, ну, как бы замысла, что ли, Господа. Очень удивительно, Кришна. И последнее, что с Олесей мы разобрались, она говорит: значит, гневаться можно? Можно, но будет последствия. Если вы разгневаетесь, то тогда будет разрушающие последствия, и вам придется нести потом ответственность за это. Поэтому лучше не позволять. У нас свобода, то есть мы можем пойти и удовлетворять свой гнев, все крушить, разрушить, то есть поддаться гневу. Но какое будет последствие? Потеря рассудка, мы будем деградировать. Пожалуйста, да. То есть Кришна говорит: да, вот, пожалуйста, выбирай то или другое. Но при помощи писаний, наставлений каких-то старших, ну, как бы, ну, все люди знают, что это нехорошо, если мы вот неконтролируемый гнев проявляется, что это разрушает, потом нужно последствия эти все заглаживать долгие годы. То есть вылетевшее слово потом не вернешь. Да, так просто. Поэтому нужно что-то делать, чтобы не допускать, да, то есть вот этого, иначе это потом, потом же мне страдать нужно будет. Вот это, ну, свобода есть у каждого человека. Но каждый понимает, что это нехорошо, да, то есть это, в конце концов, плохо для меня. Спасибо. Вот, да, так. Поэтому человек должен разумно поступить и понять, что нужно как-то подняться над этими побуждениями языка, вот, ума, гнева, там, речи, языка, желудка, гениталии, да, то есть шесть этих, вача вега, манаса кротха вега. И как же мне это преодолеть все? Вот, нужно найти путь истинного преодоления, поэтому нужно найти человека, который сможет контролировать эти шесть побуждений, поэтому может обучить других тоже этому. Так нектар наставлений как бы направляет человека на вот этот путь, как избавиться от этих побуждений, которые, ну, разрушают жизнь человека и, собственно, ведут его к деградации. Спасибо, Кеша Махарадж. Да, нам все дано. А обычно матушка Индулекха очень такие, так хорошо говорит, что просто я в предвкушении. Пожалуйста, матушка. Хари Кришна, мой поклон, дорогие вайшнавы, дорогой Кеша Махарадж, вся слава Шри Прабхупаде. Вопрос мой о том выборе, есть ли выбор у матаджи, то есть вот выбор ответственности, какую ответственность на себя принять у мужчин, либо грехат вашим, либо полностью посвятить себя проповеди. Ну, я не говорю в широком смысле, а вот о преданных искон. И для матаджи преданных искон, есть ли этот выбор, нужен ли он, или все-таки важнее, вот как бы на основе дхармы, женщина должна быть под защитой всегда, и важно, чтобы она вышла замуж и так реализовала возможность служить мужу, вот, и быть под защитой. Нужно ли матаджам искон стремиться к замужеству, или все-таки, если матаджи полностью посвятила себя преданному служению, но, допустим, община еще не настолько развита, что она не чувствует защиты, будет ли это препятствием, или все-таки это хорошее положение быть полностью занятой преданным служением и таким образом достичь совершенства? Или все-таки, потому что есть случаи, когда советуют матаджи выходить замуж даже не за преданных, которые, ну, более-менее лояльно относятся к преданному служению, практики преданного служения. Что лучше в этой ситуации? Ну, здесь, конечно, индивидуальный момент. Вот. И
Однозначно, что для преданных в телах матаджи, то есть в телах женщин, то есть для них важно быть в семье, сама природа как бы вот женская, нужно быть защищенным. То есть есть потребность такая чисто природная. Вот. И, соответственно, если получается выйти замуж за преданного, это самый идеальный вариант вот для нее. И, конечно, нам, как старшим, нужно думать о том, как привлечь больше мужчин в сознание Кришны. Мне в этом плане очень понравилось, как Саду Махарадж в какой-то момент поступил. То есть он просто организовал... В какой-то момент он увидел, что в общине есть множество девушек, которые, ну, как бы, нету вариантов выйти замуж, вот, кроме как идти искать каких-то непреданных. Вот, и они тогда что сделали? Они решили, то есть они проводили регулярную общественную программу для новых людей и приглашали туда всех желающих. И, конечно, всегда на такие программы приходит, ну, в два раза больше женщин, чем мужчин. И поэтому преданных, собственно, тоже женщины, они быстрее даже как бы понимают все и предаются. То есть мужчинам труднее через как бы свое эго перешагнуть и прийти к преданию зачастую. Так вот получается. Поэтому женщины, естественно, более религиозны. Вот, и везде видно, что я езжу повсюду в этом самом, по всей стране, везде как бы видно, что женщин больше, чем мужчин. И тоже есть эта проблема с замужеством, то есть незащищенностью женщин. И, конечно же, то есть важно думать, и вот что сделал Саду Махарадж. То есть они решили в какой-то момент, что эту общественную программу делать только для мужчин. И начали писать объявления, что только приглашаются мужчины, причем определенного возраста тоже написали, вот с такого-то по такой возраст. Ну, то, что им нужно было. И через некоторое время начали становиться преданными мужчины, да, то есть и этих девушек выдали замуж. Вот и возникла гармония определенная в общине. Вот это важная такая стратегическая тоже медитация, то есть об этом тоже можно думать. И, может быть, приглашать специально каких-то лекторов, например, Виденитхи Прабу может провести семинар для мужчин, вот, и, ну, как бы так увеличить количество мужского, скажем так, мужчин в этом, в общине. Вот. В некоторых случаях, когда матаджи выходит замуж за непреданного, такого лояльного, тоже это бывает неплохо. Если человек действительно такой хороший, благочестивый, он, в принципе, не против преданного служения, это уже такой хороший знак. И это тоже, в принципе, неплохой, ну, как бы, может быть, вариант. По крайней мере, он не мешает жене или матаджи заниматься преданным служением, даже в чем-то помогает, поэтому, и при этом она защищена. Да, то есть это ей гораздо легче будет заниматься преданным служением в этом случае, хотя, может быть, ей придется что-то терпеть, поскольку он, ну, может быть, не разделяет ее там какие-то вещи, то есть он любит поспать побольше, там еще что-то. Вот иногда даже может есть какую-то пищу не самую лучшую. Вот. Но постепенно он тоже может измениться. Я знаю такие примеры, когда вот матаджи, благодаря своей правильной какой-то тоже поведению, мужчина тоже становится преданным. У меня есть один тоже вот кандидат, ученики с одного города, где мужчина стал преданным, потому что жена стала преданным. И он видел ее святость, как она рано просыпается, как она повторяет святые имена. Вот. И при этом она наполняется такой вот какой-то вот любовью, еще больше вот и пища такая, вот и все. И он смотрел на нее, и в конце концов начал ее просто почитать, отправлять ее везде, и в Дхаму ее там отправил, еще куда-то. Вот. Ну и в конце концов сам стал преданным. Да, то есть так. Это тоже происходит, и это хорошая такая, ну, возможность. Но есть и опасные ситуации. Например, я однажды недавно услышал, как кто-то из преданных мне тоже сказал, что одна матаджи приняла решение выйти замуж за кого-то там в другой стране. Я говорю, преданный? Он говорит, нет, не преданный. Представьте, по интернету познакомилась, уезжает в другую страну, и непонятно, кто это, что, то есть чем это все закончится. То есть это очень, очень рискованно, на самом деле.
Вот, поэтому если как бы вот, то есть это в любом случае индивидуально, наверное, надо быть. Если очень сильная потребность в этом, то тогда, ну вот какие-то варианты тоже, наверное, могут быть. Но в целом, конечно, старшим членам общины нужно думать о том, как помочь, позаботиться о преданных, вот, ну, создать, по крайней мере, попытаться найти возможности какие-то. И для девушки более, конечно, благоприятно быть вот в таком защищенном положении. Вот, за редким исключением, то есть, как правило, иногда такие бывают случаи, когда не хотят просто быть, вот, связываться с такой семейной жизнью, но это очень редкие какие-то души. В основном сама природа, она нуждается вот в такой защите. И здесь вот Шрила Прабхупада поэтому говорил, что всем девушкам нужно выйти замуж, а всем юношам остаться брахмачари. И преданные говорили, что Прабхупада, ну это же как бы противоречие. Прабхупада говорит, да, противоречие, ну что делать? Такой как бы, да. Ну а дальше уже там, да, все, как Кришна устроит. Вот. Поэтому большинство, конечно, юношей и девушек будет вступать в семейный союз. Это более естественно и правильно для них будет. За редким исключением. И среди женщин, как правило, это реже. И даже когда женщина достигает уже преклонного возраста и принимает, ну, по сути дела, уже готова к отрешению определенному, ее отрешение все равно не такое же, как отрешение мужчины. То есть мужчина принимает отрешение, как бы выходя из семьи наружу и начинает там путешествовать и так далее, тогда как женщина принимает отрешение больше в семье. Вот, то есть она становится такой наставницей для, ну, для, там, для более молодых членов семьи, общины и так далее. То есть для нее важно чувствовать все равно вот эту вот защиту общины, старшего сына там, и так далее. То есть она, и в этом она тогда под защитой, она может очень естественно как бы развивать преданность Господу. Но если она просто куда-то, так сказать, двинется, то есть может быть, почувствовать какую-то, так сказать, слабость, потребность в защите опять. Вот, ну, если, конечно, она полностью уже трансцендентная, тогда уже нет разницы. Спасибо. Нормально, да, Матаджи Далек? Да, спасибо огромное, Харе Кришна. Так что, ну, я думаю, все старшие преданные очень хотят, чтобы матаджи были защищены. Это очень важная защита женщин в общине создает. Если женщины счастливы, они могут счастливо служить и развиваться, это создает атмосферу, да, соответствующую в общине, и, да, духовная атмосфера проявляется. Если очень много неудовлетворенности внутри, то тогда это, конечно, нехорошо. Ну, в общем, так или иначе, если не получается пока выйти замуж, то девушка может просто как бы служить большой семье и чувствовать себя защищенной какими-то старшими преданными. Вот, старшими матерями в общине, ну, как-то вот чувствовать себя тоже вот в семье, таким образом пытаться как-то компенсировать, может быть, вот это чувство незащищенности. Это тоже как бы нормально. И, а старшие преданные не должны только ее эксплуатировать, а должны думать, как же, да, как же ей помочь тоже. Спасибо большое, Кеша Махарадж. Сейчас очень, наверное, вас завалят вопросами. Если, дорогие друзья, если мы сейчас все не успеем, сегодня вечером Кешава Махарадж опять, да, встречу организует там же, на Суворова 91, Лига наций. Пожалуйста, приходите в 18:00, продолжим, может быть, эту тему. Но я хотел попросить прощения Сергея Гладкова, потому что вот Антон поднял руку, а он на работе. Давайте ему сначала слово дадим. Хорошо. Потому... Антон, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Сергей Гладков, надеюсь, вы успеете тоже спросить. Кешава Махарадж, слышно меня, да? Да. А, Кешава Махарадж. Вот такой вопрос возник, и я на него не знал ответа, и поэтому по правилам хочу, вот, ну, чтобы старшие подсказали. То есть вот недавно я имел разговор с человеком, он не преданный, но как бы он знает, что я интересуюсь практикой, поэтому он стал меня спрашивать, как ему поступить, а я не знаю, что ему сказать. Вот ситуация. Он уже проходил опыт развода,
ну, я проходил. Вот мы оба уже не питаем к этому иллюзий особых. Мы знаем, как, ну, непостоянство природы женской, что там за 6-7 лет от «ты мой единственный дорогой», оно меняется. Да чтоб ты вообще куда-нибудь исчез, не хочу тебя видеть. Ну, то есть все это проходили, все это знаем. Ну, вот ситуация. Он нашел себе еще одну девушку. Вот, девушка ему очень хорошо служит, подчиняется. Вот. И хотя он никаких иллюзий не питает, но отношения очень хорошие. Девушка уже не молодая, уже как бы там за тридцатник, и понятно, что хочет детей. Вот. И вот он меня спрашивает. Он говорит так. Он занимается бизнесом, он покупает и там сдает недвижимость. То есть у него все время идет оборот. Если он женится, и с вероятностью очень большой, ну почти там 80%, потом он разведется, он потеряет, ну, 2/3 своего имущества. Просто за счет того, что он покупает и продает его постоянно. Плюс он будет терять сразу на алиментах тоже часть своего дохода. И вот у него патовая ситуация. Говорит, я вроде бы хочу, говорит, с ней вот, построить семейную жизнь, но по сути это означает, что через 7 лет я, ну, не разорен, ну, вот, в общем, понятно, отброшен. Вот. Огромные финансовые потери. Вот. Как в этой ситуации быть? То есть если какой-то вот способ брака, минуя вот гражданский брак по религиозным каким-то обычаям, вот, я не знаю, на Кавказе сейчас что-то практикуют, похоже. Как-то так, чтобы вот, ну, и семья была, и при этом вот такие вот сложности, они... Ну, я понимаю, как мужчина его. Ну, никто не хочет потерять весь свой бизнес за всю жизнь вот так вот просто вот из-за одного штампа. Вот. Спасибо, Андрей. А можно увидеть ваше лицо? То они поймут по звездочке, кто вы такой. Кеша, вам хорошо. Ну, мне не надо видео делать, если можно. Да? Простите, ну, пожалуйста. Да, там, это а смотрите, не... смотрите, то есть у него как бы есть неправильное понимание семьи, да, то есть он уже как бы еще не вступил в семейный союз, уже планирует через 7 лет развестись. То есть само по себе это, ну, как бы это следствие определенного разочарования и его каких-то, то есть он думает, что это в женщине как бы проблема, на самом деле проблема в нем самом. Почему как бы женщина пришла к такому как бы, ну, вот, состоянию через 7 лет, желая с ним как бы развестись? То есть что-то он не доделывает, то есть ему самому нужно как бы переосмыслить, ну, как бы вот, семейную жизнь, переосмыслить свои отношения. Конечно, в семейной жизни отношения проходят через определенные кризисы, и обычно через 7 лет как раз такой кризис, ну, серьезный назревает. Если муж и жена через него проходят, они поднимаются на какой-то другой уровень отношений. Но для этого ему нужно учиться. И можно посоветовать ему пройти определенное обучение. Есть, например, всякие проекты, ну, например, как там называется, ProFamily. У Матаджи Малика-Малы там в ее институте. Они обучают семейные, так сказать, пары. Как правильно, ну, как бы строить отношения в семье так, чтобы это было на всю жизнь. И, соответственно, тогда какие проблемы с имуществом? То есть все как бы должно быть нормально. То есть то, что у него семья развалится через 7 лет, это ненормально, это не закон. Это означает, что что-то он недопонимает, что-то, какой-то он урок не проходит, у него не хватает квалификации, чтобы выйти на другой уровень. Обвинять других – это не, как бы, не мужская позиция по-настоящему. Как вам такой ответ? Кеша Махарадж, всем почтением. Ну, понимаете, просто человек-бизнесмен, у него, ну, я понимаю, у меня тоже техническое образование, у него как бы, он анализирует, он видит статистику, видит, что 70% разводов. Среди преданных, кстати, разводов тоже совсем не меньше. Если бы эта методика работала, конечно, все бы шли вот на курсы и, ну, жили бы дальше. А сейчас вот как бы, ну, есть реальность, что вот, ну, через 7 лет у тебя, скорее всего, ну, обычно это 5 лет после рождения ребенка, у тебя брак развалится. Ну, такая статистика просто сейчас, такое время. Он это видит и анализирует, что вот у меня брак развалится, я потеряю деньги. Я потеряю все свое имущество. И вот вроде бы я хочу этой женщине ребенка подарить и даже обеспечить его. А если я это сделаю, то вот такие будут последствия. Понимаете, в этом вопрос. У меня знакомые, скажем, некоторые ездили. Они делали где-то брак в Индии, не регистрируя его, например, в России. Вот.
и они вступали в эти отношения, как бы. Поэтому это такое, да, это такое как бы безответственная немножко все равно позиция. Опять же, ну, все равно ему нужно что-то переосмыслить. То есть его, конечно, лучше бы направить на обучение, чтобы он понял. То есть он просто анализирует их и хочет оставаться просто на своем уровне вот, и как бы жить. Ну, у него так и будет тогда в жизни. Но если он хочет создать настоящую семью, то есть ему нужно просто как бы переосмыслить что-то. Вот. И для этого нужно как бы обучаться, развиваться. Не все женщины прям такие плохие. Кеша Махач, вот тут матушка Светлана говорит, что надо стремиться попасть в остальные 30%, там 70%, но надо еще есть 30%. Да, еще есть 30%, которые не разваливаются. Вот сейчас... Все зависит от того, какое они оба получают общение, и если они живут просто ради плотских удовольствий, то это закончится в какой-то момент, да, то есть это накопится какая-то вот тина в этих отношениях. То есть если мой эгоизм в центре, то в конце концов это приведет к разрушению. То есть нужно как бы создавать духовный союз. Для этого нужно переосмыслить вообще свою жизнь. То есть если он хочет хорошую, счастливую семью и детей, и не разрушать чьи-то вот, ну, как бы, не идти по пути вот этих 70% людей, которые разводятся. Почему это с ними происходит? То есть это же следствие деградации определенной. Это же интересно узнать вообще, а какой должен быть настоящий семейный союз? И создать семью вот должным образом. Ну тут вот подсказывает матушка Виктория, что в ИСККОН не 70%, а 40%. Все-таки немножко лучше ситуация. А кто делал такой этот анализ? Мне кажется, даже меньше, по-моему. Да. Ну вот Девакинанда Прабу сказал. Девакинанда сказал. Девакинанда. Ну, может быть, да. Может быть, какую-то он аналитику провел. Но это, по крайней мере, трудно узнать точно. Но это тоже следствие необразованности преданных во многом. То есть иногда бывают прям такие очень несовместимые... Но тоже это означает, что союз заключался тоже без правильного понимания. Вот, лишь бы. Вот. Но даже если есть несовместимость, то есть у преданных как бы совместимость на нескольких уровнях. У обычных людей это совместимость астрологическая, да, то есть есть вот первое. Второе совместимость такая социальная, то есть люди как бы одного социального уровня. Это тоже как бы важно иметь. А третье – это духовная еще совместимость. Вот эта духовная, она наиболее важную играет роль, если они... Ну, действует как практикующие преданные, глядя друг на друга, как на слух Господа. То есть это многие несовместимости какие-то может компенсировать, и на которые можно закрыть глаза ради как бы вот этой совместимости. Поэтому у преданных больше шансов сохранить семью. Но если они как бы вот такие духовные отношения не выстраивают, тогда это просто как обычный материальный союз. Кеша Махарадж, а помните, когда-то, по-моему, вы тоже участвовали, анкеты были такие перед вступлением брака, и очень хорошо там было расписано ожидание. Хорошо да, бы выяснить. Во всех сферах жизни выяснять какие-то ожидания, все это регулировать. Также важно для семьи иметь кураторство какой-то более опытной семьи, которые помогут пройти через кризисы. Потому что кризисы будут в семье. Вот. Но если есть своевременное кураторство, то преданные сохранят семью, несмотря на кризисы, то есть пройдут через это правильно. Вот. Важно, чтобы когда вот идет узнавание, чтобы они не делали наедине, чтобы там вожделения не было, чтобы присутствие старших обговорили, старший был бы заинтересован в хорошем их браке, чтобы разговор, первая встреча была не интимная такая. И тогда все будет хорошо, ожидание выяснится, все будет проведена беседа. А то спешат встретиться быстрее там на телесном уровне, а потом
браки скоротечные какие-то, и потом вот то, что и следует ожидать. И вообще странно, если человек не хочет измениться, а хочет наступать на те же грабли, вообще очень странная позиция такая. Ну, нужно еще до того, как преданные создают семейный союз, соответственно, делать какое-то обучение, чтобы они уже могли ориентироваться правильно и делать правильные какие-то шаги. Вот, поэтому хорошо, если такое обучение налажено заранее. Особенно это касается мужчин. Женщины, они так, естественно, склонны такое проходить. Я думаю, уже тут прошли все по 10 раз разные курсы. Тогда как мужчины почему-то не склонны. Мужчины думают все время о деньгах, там еще о чем-то, об успехе. Вот. А это важная сфера ответственности мужчины. Правильно создать семью, потому что он ответственный. На нем лежит практически больше ответственность за сохранение семьи. Если он правильно действует, то во многом это дает чувство защищенности женщине. Да, то есть, и, соответственно, что-то у нас семейная тема пошла. Получается, надо перед тем, как девушка согласится за него выйти замуж, чтобы он диплом показывал по окончании курса. Да, водительские права нужны на семейную жизнь. Давайте. Ну, это шутки шутками, но так и получается. Да, да, да. А простите, Вацлав Салтакор, у нас Сергей Гладков самый первый поднял руку. Да, пожалуйста. Сергей, пожалуйста. Хари Кришна, дорогие вайшнавы, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам большое, Кеша Махарадж, за прекрасную лекцию. Хотел вот спросить. Вот в Шримад Бхагаватам первой песне там Видура уговаривает Дурьотхану, Дхритараштру уговаривает уйти в лес, отречение принять. Он ему объясняет, что Пандавы они завоевали трон, а ты вот у них, как говорится, да, вот кушаешь, да, питаешься и все такое там, А вот как вот нам быть грехастхом, которые, если все нормально, бизнес идет, ну, я имею в виду преданное служение, да, бизнес какой-то, да, там, например, налаженный, ну, вот. Еще если, например, есть бхакти-врикша, да, и вот, ну, подошел срок этот к отречению, да, путешествовать, да, все. И, ну, а нету желания, а есть желание вот оставаться, можно сказать, привязанность, да, к материальным каким-то делам, вроде бы преданное служение к материальным делам. То есть нужно ли отрекаться, да, от этого, или продолжать также развивать вот то, что ты начал, да, в начале движения, да, вот, свой бизнес, там, дела какие-то, используя сознание Кришны. И да, к этому еще вопрос. Если вдруг духовный учитель скажет, что вот пришло время, пора отречься, да, а если откажешься, будет ли это оскорблением? Ну, во-первых, не нужно всем принимать саньясу. Это тоже важный момент. Шрила Прабхупада пишет, что если преданный организовал в своей семье служение Господу, да, то есть у них есть алтарь, они служат вместе с семьей Господу, читают книги, поют киртан, принимают только просад, в его доме возникает атмосфера вайкунхи, ему нет необходимости принимать саньясу. Вот. И есть пример также, например, Шривасава Такура, когда Господь Читания в какой-то момент спросил: «Шривас Такура, а как ты поддерживаешь свою семью? Ты никуда не выходишь из дома вообще, не просишь никаких пожертвований, как браман». Вот Шривас Такура сказал: «Да, все по милости Господа происходит». Но как по милости Господа? Если сейчас ты не выйдешь и не попросишь ничего, откуда ты возьмешь? Говорит, ну, Господь посылает как-то, кто-то приходит, что-то приносит. А если сейчас никто не принесет, то что ты тогда сделаешь? Ну, тогда я хлопну три раза. Три раза хлопнул в ладоши. Да, то есть вот так. Что за три раза хлопнул в ладоши? Он говорит, ну, первый раз хлопаю. Если в течение трех дней, каждый день по хлопку, если в течение трех дней никто ничего не принесет, я просто утоплюсь в Ганге. Вот. Да, и Господь Читания сказал, ну тогда тебе надо принять саньясу. Шивас Такур сказал, нет, саньясу я не хочу принимать. При этом это Нарада Муни, который сам по себе саньяси, да, то есть в образе Нарада Муни. Тут он такой интересный,
Почему? Потому что его просто служение было, служение всем вайшнавам, в его доме собирались преданные, он организовал для них все. То есть это была его миссия просто, он в этом служил. И отрекаться от служения ради какого-то искусственного, там, уходить в лес куда-то, то есть какой смысл? С одной стороны, как бы это так. Поэтому, ну, для некоторых преданных, может быть, они могут достаточно эффективно служить. Например, мы видим читание Чарначаран Прабху, ему уже 70, наверное, но они с супругой очень эффективно служат. Вот и даже как бы, и не советуем ему прерывать, потому что они вместе очень хороший союз для заботы о преданных и служения, развития миссии, проповеди. А, то есть такой, как ванапрасхи, они фактически живут. Вот, поэтому тут как бы индивидуально нужно смотреть, что благоприятно, опять же, для преданного служения. Если человек принимает, там, уходит, скажем, из семьи, становится бесполезным совершенно, ни саньяси, из него толком никакого ни проповедника, и дома все как бы у него становилось преданное служение, он просто в тамагуне какой-то будет где-то жить, ходить, вот, побираться. То есть это все как бы, бессмысленно совершенно. Поэтому тут нужно, наверное, какой-то, здравый смысл. Но если гуру говорит, что нужно как бы тебе отходить, значит, надо отходить. Но обычно гуру, он учитывает, ситуацию. То есть он помогает. Спасибо большое. Ирина Кирсанова сейчас тоже раньше Вацлава Такура подняла. Пожалуйста, Хари Кришна, Ешва с вами Махарадж, дорогие преданные, поклоны мои, вся слава Шрилы Прабхупаде. У меня тоже семейная тема. Простите, пожалуйста. Хорошо, да. В продолжение индурекки. Вот смотрите, если Матаджи потеряла мужа, оставил муж тело, и хороший брак был, очень хороший, счастливый брак в плане отношений. Немножко садхана страдала, вот это единственное, а так во всех вот остальных отношениях хорошо было. И вот хочется спросить, вообще может ли Матаджи вот в нашу эпоху как бы думать о том, что будет еще когда-то вот возможность вступить в брак или просто как бы чтобы быть под защитой? Это вообще вот правильно по законам, по законам Бога вступать в брак? Вот после такого брака счастливого, когда все хорошо было. Вообще, в принципе, как этикет или что, я не знаю правильное слово. Опять же, естественно, это только при условии, что будет служение. То есть не ради материальных удовольствий, а именно чтобы служить вместе Кришне. И, не знаю. Да, обычно с точки зрения ведической культуры женщина не вступает второй раз. Союз. То есть мы это знаем. С другой стороны, учитывая сейчас такую очень незащищенную ситуацию, и если встречается в жизни кто-то, кто действительно вы чувствуете, послан Кришной просто, то есть вы можете улучшить свое преданное служение, то в этом случае с разрешения духовного учителя можно создать еще раз семью. Я думаю, что если это будет благоприятствовать вашему преданному служению, то я не вижу. Можно еще второй вопрос? Просто мне его многие задают, и мне самой тоже интересно. Мой супруг, Вена Марха Прабу, явно он ушел где-то очень близко к Богу. Все об этом говорят, это, в общем, был благоприятный уход. И если, допустим, как духовный учитель мой тоже, Чайтанья Чандра Чаран Прабху сказал, что ты в конце смерти тоже пойдешь к нему, пойду к нему, если я, получается, не выйду замуж, допустим, то есть супруга, она уходит на ту же планету, где супруг. А если выходит замуж, другие спрашивают, то как тогда получается такая вот тема? Да, как-то по-другому получается, наверное. Все спрашивают. Поэтому тут в любом случае, то есть мы идем по пути, по пути за Шрилой Прабхупадой. Мы должны стремиться туда, где Шрила Прабхупада. И мы можем встретиться со своим мужем или не встретиться. То есть это уже как Кришна решит.
лучше достичь вот такого, как бы, но я хочу точно попасть туда, где Шрила Прабхупада, где наши шесть Госвами и Кришна. Вот. И тогда это будет благо и для тех, кто как бы туда еще не дошел. Вот. Поняла. В любом случае, Голока Вриндаван очень большая, так что всем места хватит. Даже на одной планете могут жить и двое. Васу Сакур, пожалуйста. Хари Кришна, спасибо большое. Мы слышно, да, хорошо? Да. Кешава Махарадж, спасибо большое за лекцию. Примите мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. У меня вопрос насчет прасада. Дело в том, что бывают такие моменты, когда мы собираемся либо в сангах, либо еще где-то какие-то мероприятия, там встречи учеников, там, ну, разные моменты, и преданные готовят прасад, подношения, все. И ты как бы вкушаешь прасад, но бывают такие моменты, что на следующий день приходит сильное беспокойство, нервозность, там джапа страдает, ночью там какие-то эротические сны и так далее, и так далее. Вопрос в плане того, что как принимать прасад, потому что ты никогда не знаешь от кого, кто это готовил и что делал. Ну, это вот влияет, ну, это как бы такая вот проблема. Хари Кришна. Ну, это должен лидер группы как бы смотреть, какие, в принципе, если преданные все достаточно зрелые, то это здорово, когда преданные все вместе что-то приходят, угощают друг друга. Хорошая, на самом деле, такая традиция. Вот, конечно, даже если вы съедите очень хороший просад, но на ночь, то могут быть какие-то сложности. Что, Махарадж, у вас зависло, да? Зависло, да? А сейчас слышно. Было зависшее, да? Ну да, какой-то момент. Ага. Да, хорошо, повторю еще раз. То есть нужно лидеру группы, который собирает группу, то есть реально оценивать ситуацию. И, конечно же, если там совершенно вообще какие-то нулевые люди, которые еще не понимают толком, как готовить прасад и не следуют еще достаточно принципам и мантру, может, не повторяют, то благоприятнее, чтобы все-таки готовили тогда более опытные преданные. Вот. Но в целом, если все преданные зрелые в группе, то это хорошая традиция угощать друг друга. Вот. Но даже хороший прасад, принятый поздно, он может приводить к тому, что утром вы трудно будете вставать, и трудно будете повторять джапу, и даже какие-то сны дурацкие могут сниться, потому что у вас дисбаланс просто в теле, потому что вы нагрузили желудок, и лежите, теперь мучаетесь. Там. Понятно, что будут последствия. Поэтому, конечно, нужно что-то подумать об этом. В конце концов, вам не обязательно съедать целую тарелку. То есть вы же можете по чуть-чуть попробовать. Вот. И почтить прасад, и в то же самое время не передать. Поэтому регулируйте, то есть учитывайте свое состояние. У некоторых такой огонь пищеварения, что они даже в 12 ночи еще встают прикусывать что-то. Вот, чтобы не умереть с голоду в течение сна. Вот. А у некоторых, то есть если они даже два раза в день едят, то есть это уже перегруз очень сильный для тела. Это и от возраста зависит. В возрасте количество пищи, естественно, уменьшается, то есть нужно избавлять. В молодом возрасте более огня больше, да, то есть, тут нужно посмотреть и отрегулировать это как-то. Вот. Ну, а что касается именно качества просада, если эта традиция, если есть незрелые преданные, то лучше тогда попросить нескольких преданных в группе, которые опытные, чтобы они приносили просад. Вот. А потом со временем другие преданные тоже будут обучены и тоже смогут это делать. В любом случае, не надо на других сваливать, да, все? Кеша Махарадж, еще один короткий вопрос, если не трудно. Я насчет киртана. Просто иногда бывает такая картина, что киртан ведет даже не инициированный преданный,
хотя находятся в группе, ну, например, люди, которые имеют, ну, старшие. Как это правильно, ну, организовать, чтобы, ну, можно это делать или нельзя? Ну, как бы расскажите немножко. В зависимости от цели, которую в группе, опять же, преследуется, если мы хотим, чтобы преданные научились вести киртан все, то мы по очереди просим всех. Это как наше совместное обучение. И все остальные, они с энтузиазмом участвуют, таким образом наполняют тоже киртан вот этим. Этот же старший преданный тоже подпевает, да? То есть он участвует тоже. Конечно, всегда лучше, когда более старшие ведут киртан, они как бы задают это настроение. Но если просят какого-то молодого преданного петь, то тогда нужно, чтобы старший сначала сделал настройку преданного. Мы сейчас будем петь киртан, мы попросим вот такого-то преданного вести сегодня киртан. И, конечно, мы помним, что мы киртан поем для удовлетворения Господа. Поэтому давайте все вместе молиться, поддержим вот этого преданного тоже вот, и попытаемся удовлетворить Господа, да, то есть для его удовольствия, для его удовлетворения. То есть так мы помогаем этому младшему преданному тоже настроиться, то есть не себя показывать, а для Господа, да, то есть петь. Вот, и киртан получится тоже. То есть это как, то есть все должны научиться петь киртан, то есть в группе нужно, в группе иногда это, ну, необходимо делать. Извините, Шри Махарадж, а в продолжении темы вопрос от Раса Бихари Прабу. А по святому имени много наставлений о том, чтобы просто слушать святое имя во время джапы. Нужно ли в таком случае удерживать ум от размышления об образе, качествах и играх Кришны? Такой вот вопрос. Ну, просто слушать. Это не означает слушать просто как-то бездумно, да, то есть без, то есть просто слушать означает, что нужно, ну, вот, посвятить себя этому процессу слушания, не мудрить что-то. Но слушать важно с верой, да, то есть Шрадха Намабхас, то есть к этому стремиться, то есть повторять святое имя, пусть это будет Намабхас, но Шрадха Намабхас, то есть с верой. Веру мы берем в общении с преданными. То есть вера во что? В то, что святое имя – это и есть сам Кришна. Поэтому я с таким отношением стараюсь воспевать святое имя, поддерживая эту веру в себе и так относясь к святому имени. Тогда это приведет к тому, что святое имя Кришна начнет, ну, как бы отвечать. Да? То есть мы начнем чувствовать это. Если мы просто, вот, просто слушаем бездумно, да, то есть вот без веры, скажем так, и бубним, да, то есть святое имя, то тогда как бы наше сердце выключено. И тогда это уже просто пренебрежение называется. Да, то есть такое не совсем. То есть просто слушать – это означает с верой слушать. Да? То есть вот, ну, как бы вот желая избегать оскорблений во время воспевания. То есть работая над этим. Бхагаваната Такур советует в Шри Харинама Чинтамани, что преданный вначале должен сосредоточиться на наме, медитировать на наму, когда святое имя проявится, то есть проявится вот это вот контакт со святым именем, святое имя войдет, как бы не зайдет в сердце преданного, тогда он должен медитировать на рупу, на форму Господа. И тогда святое имя, она являет, и молиться о том, чтобы форма тоже как бы проявилась. То есть святое имя раскрывает постепенно. Потом на качество Господа. То есть преданный, соответственно, читает о них, медитирует, размышляет и воспевает. И вот даже во время воспевания он может медитировать. И постепенно качество раскрывается, и потом наливы. То есть есть определенные как бы этапы вот этой медитации. Но в целом как бы мы повторяем святое имя, и мы должны в процессе быть всегда в общении с преданными, в общении с Шрилой Прабхупадой, да, то есть вот читать книги его регулярно. Если мы это сочетаем все, то потихоньку наше качество воспевания меняется. То есть и святое имя все более и более живым становится. Ну ладно, это отдельная тема, а то мы сейчас, да, начнем. Кеша Мухарадж, вот насчет привязанности, вот очень такая тема. Варнашрама Дхарма Прабху спрашивает о допустимости. Очень привязан к маленькому сыну, но эту привязанность воспринимаю как проявление любви Кришны, которая позволяет мне оставаться в сознании Кришны, служить, поддерживать энтузиазм и решимость в садхане.
допустима ли такая привязанность? Да. Если вы смотрите на своего сына как на частичку Господа, то это естественно, то есть это любовь. Вот. Отсутствие привязанности не означает пренебрежение там, женой, детьми. То есть Шрила Прабхупада пишет об этом в комментарии к Бхагавад-гите, 13 глава, с 8 по 12 стихи. Там есть, там описывается качество знания. Одно из знаний, из качеств знания — это отрешенность, отречение, отрешенность от семьи, жены, детей, дома и так далее. Шрила Прабхупада говорит, отрешенность не означает пренебрежение, потому что жена, дети и так далее являются естественными объектами любви. То есть проявляйте любовь. Вот. А привязанность означает, что вы, как бы, вот, вы наслаждаетесь просто вот этим, этим как бы, ребенком, то есть вы свое эго удовлетворяете. А любовь означает, что вы служите, да, то есть этой душе, этой частичке Господа, помогаете ей вырасти, вы чувствуете как бы любовь, да, вы имитируете, что это вот эта отцовская любовь, это тоже какая-то, ну, милость Господа, это энергия, которую мы тоже получаем от Господа. Вот. Если мы таким образом как бы развиваем видение, то тогда наша как бы привязанность преобразуется, опять же, вот в такую чистую любовь. И тогда проявится в том, что мы готовим, как бы мы сына взращиваем не для того, чтобы все время наслаждаться, да, то есть вот сыном, а для того, чтобы в конце концов сын вырос и принял какую-то ответственность. Мы его отдаем потом в мир, это тоже отречение. Он создает свою семью там, или вот как в четверо кумар просто скажет, да, все, я как бы не буду заниматься, да, ничем. И отец должен быть готов, да, то есть как бы, да, это его путь, поддержать, да, какой-то, если это действительно такой путь. Но помочь ему прийти к Господу, это настоящая любовь. Так же, как и помогать прийти к Господу и других живых существ тоже. Хорошо, ладно, спасибо большое, дорогие преданные. Давайте мы на этом прервемся, уже у нас время достаточно много. По традиции нашей медитацию дайте на день, пожалуйста. Медитацию? Давайте медитировать именно на вот то, о чем Шрила Прабхупада, да, вот этот момент, который подчеркивал, что наша жизнь, она посвящена достижению полной преданности Господу. Любой человек может достичь, вне зависимости от кармы этого, если он поставил эту цель. Шрила Прабхупада говорит, если цель поставлена, пусть медленно, но верно человек будет к ней идти. Поэтому давайте удерживать эту цель, что мы совершаем свою деятельность, мы вступаем в отношения какие-то. Все это посвящено в конечном счете тому, чтобы мы могли удовлетворить Господа, да, и прийти к полному преданию Ему. И ради этого я могу, да, терпеть какие-то сложности, пройти через какие-то испытания, принять. Я понимаю, что материальная жизнь, она бессмысленна в каком-то смысле, а с другой стороны, как бы, если я не пройду через этот путь принятия ответственности здесь, в материальном мире, то я не смогу стать настоящим преданным. Поэтому я должен пройти этот путь. Я развиваю свою преданность. Вот ради чего я тут что-то делаю. Вот принимаю ответственность. Я хочу стать лучшим преданным. Спасибо, Кеша Махарадж. А, дорогие друзья, можете подписываться. Я подписался на Кешу Махараджа в этом Ютубе. Вот есть подписки. То, там можно очень много получить ответов. И приходите, пожалуйста, вечером на Суворова 91. Харе Кришна. Грантарадж. Чао. Падыки, чао. Гора Примананды. Харе Кришна.